лишь 17 число, 17 декабря 2013 года. Офис Воронеж. Посвящается памяти гвардейца МММ Андрея Ким, автор Сергей Мавронин. Нас не нужно жалеть, мы и сами себя не жалеем. Мы пред совестью нашей и пред Господом Богом чисты. Мы не верим вранью, предавать уж давно не умеем. Мы идем сквозь молчание, и пылают за нами мосты. Сквозь молчание близких, глумление, зло и презрение, мы свободные люди, и нас ненавидят рабы. Мы несем им надежду, мы знаем, настанет прозрение, и они встанут рядом, но пока они слишком слабы. Это наша судьба, мы себе ее выбрали сами, доносить людям правду, идти несмотря ни на что. И порою отчаяние горло сжимает тисками, но ведь если не сможешь, ведь если не ты, тогда кто? Пусть живые запомнят, как мы мертвых своих хоронили, как нам было непросто, как жены рыдали на взрыд. Нас не нужно жалеть, мы бы, может, давно отступили, когда если б не долг, да пред нашими мертвыми стыд.